Таращ свои гляделки на меня. Новенький думает, что он особенный, потому что болтает с Хойтом. Хойт болтает со многими ретрусами. Ну что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу «сдавай». Да, понял. А, привет, парни! Входите! Присаживайтесь! Пятикарточный холдем вас устроит? А? Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Ставлю столько же. А мне спешить некуда. Ладно, баба. Только же. Отвечаю. Я поднимаю. Кол. Оставляю. Я пропущу. Оставлю. Надо же. У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему! Поблажки, как человеку семейному. По пальцу за проигрыш. Думаю, я начну
безымянного. Джейс, теперь мы никогда не поженимся. Ты мог бы стать моим человеком. Получил бы деньги за каждое убийство. Пошел ты! Я не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Учился этому до твоего рождения, сэр. Ну давай, старик! Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! У меня влиятельные друзья, они найдут тебя. От тебя ничего не останется! Ты не можешь выиграть! Все карты у меня! Так чего же ты боишься, а? Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. Нужно на аэродром. Живо! Укрытие! Он мой! Я двигаюсь! Я встаю!
Помоги! Что? Я тебя не слышу! Идите сюда как можно быстрее! Что за хрень? Аэропорт уже близко. Будь там, Райли. Черт. Вот еще не хватало. В одном из этих зданий. Эй, я здесь! Ты уйдешь.
Джейсон! Джейсон, где ты? Я тебя живьем зажарю! Слава богу. Я думал, что ты не придешь. Нужно бежать отсюда. Хорошо. За мной. Я уж думал, что не увижу тебя. Против тебя. Тебя ранее. Я закрою тебя. Нет! У тебя же есть права! Да, но на самолет! Значит, учись сейчас! Что? О, черт! Тебе конец! Они на крышах!
как профессионал! Да, я хорошо учился. Удерживай этот курс! Остальные уже ждут нас! Хорошо, хорошо, я смогу, смогу. Да, ладно. О, это круто! Что тут? Черт! Лиза! Дейзи! Оливер! Доктор Э? Эрнхард! Джейсон! Где они? Где мои друзья? Я не смог остановить лесных воинов. Прости. Они забрали твоих друзей. В храм. Я не понимаю. Мне нужно в храм. Райли, нам надо идти сейчас! Держись рядом.